А что вам известно о переезде младшего сына государыни? Переезд связан с ближайшими планами государыни. А что в ближайших планах? Венчание, что ли? Венчание не исключаю. Граф Марло, почему я не знаю? А, да, все вы знаете. Но если вы чего-то не знаете официально, значит, государыня не сочла нужным сообщить. А когда венчание? Ну, дождемся, Григорий Григорьевич. Так он может приехать завтра, может застрять на месяц. Потом он ничего не решает, его сила не здесь, а здесь. Следующим императором должен стать Павел Петрович и только. Должен, станет. Лет через 20, не ранее. Смиритесь, Никита Иванович, перемены неизбежны. Нет, вот этого я не допущу. О, господин Шишковский. Наш сердце. О чем поговорим? Ни о чем. О погодах. Так, сумбур. Прошу подробно изложить сумбур на бумаге и подать мне. Точно, ваше высокоблагородие. Мастер Кулебин мишени изготовил. 6 мишеней, 8 образцов стрелкового оружия. Подорожно. Открывай. Ваше Величество, цельтесь в мишень. Иван Петрович, я понимаю. Начинайте. Сколько верст, Гвер? Ваше Величество, не велите казнить, не готово еще орудие. Что значит не готово, Кулебин? Литье заказали на Кыштымском заводе, пушку-то они привезли, а снаряды с калибром не угадали. Не угадали? Вы инженеры, а не девки деревенские на святках. Ваше Величество, Ваше Величество, подымай, подымай. Приспособление для артиллерийской разведки. С его помощью будем точно знать, куда ядра пушечные направлять. Развеселили, Иван Петрович. Вы молодец, Кулебин.